Люди говорят, что они за сохранение парков, скверов, мира и добра. Но никто из них не хочет принимать на веру тот факт и не хотят видеть эти факты, что один из организаторов этого протеста поддерживает терроризм, а другой из них поддерживает фашизм. Смотрите, смотрите на беснующуюся толпу. Это реальное беснование. В прямом эфире вы его видите. Смотрите, как они смеются. Они не будут смеяться, если, не дай бог, у нас будут происходить теракты. Очень хорошо. Вы успокоились? Девочка, ты что здесь делаешь, девочка? У тебя НРС был? Может, поехали? Смотрите, противодействие журналисту, профессиональной деятельности. Задержите его точно толком. Синюю футболку. Вот так люди и работают, я смотрю, да? Молодец.